Работники МНС выратывали гамяльчанина при пожаре. Поведомление об узгарании у доме по улице Лебедовского поступило на пяры дни у вечера. После прибытия до места выклику подразделению МНС у кватеры на третьем поверсе назиралось задымление. На подлозе у ванным покое выратывальники знайшли господара кватеры, якого запеками доставили у больницу. Пенсионер 1952 года нараджения проживал один. Пожар ликвидованы. У вынику пошкоджена маёмасць у покое. Причина узгарання высветляется. Магчымая версия – неосторожное обыходжанне з огнём при курэнні.